Юлия Волкова стала популярной певицей, выступая в скандальном дуэте под названием «Тату». Яркая брюнетка буквально взорвала все русские хит-парады незамысловатыми композициями и провокационным поведением. В последнее время фото Юлии Волковой в который раз демонстрируют ее любовь к эпатажу. Звезда всегда любила экспериментировать со своей внешностью. Еще будучи солисткой группы, она постоянно меняла прически, сделала себе несколько татуировок и проколола нос. В середине нулевых певица всерьез решила изменить всю внешность и сильно накачала губы силиконом. Если до похода к косметологу губы Юли Волковой были небольшими и узкими, то после пластики стали неестественно большими. Усугубляла ситуацию и любовь певицы к ярким помадам, которые еще больше привлекали внимание к губам. Из-за большого количества фото Юли Волковой да и после операции, которые попали в сеть, ее причислили к жертвам пластики, которые безжалостно испортили свою натуральную красоту. Другое неудачное изменение да и после это татуаж бровей. Непонятно, почему артистка решила так сильно выделить свои брови, которые в то время многие критиковали. Певица распрощалась с силиконом только в 2013 году. Возможно, она тянула так долго, потому что это сложная процедура и за нее возьмется не каждый хирург. Поэтому сегодня всем желающим увеличить губы предлагаются филлеры на основе гиалуроновой кислоты, которая в отличие от силикона уходит из организма естественным путем. Певица Юлия Волкова в клубе «Истерика» в 2010 году. Фото Lijin Media. После двух беременностей певица также сделала подтяжку груди, что сильно заметно, если сравнить фото Юлии Волковой да и после пластики. Тем более звезда очень часто демонстрировала результаты пластики, выбирая для выходов в свет откровенные наряды. Судя по всему, она продолжит эксперимент над своим лицом. Накануне певица призналась в том, что полностью довольна тем, как она сейчас выглядит. Я с вами уже несколько лет и всегда получаю эстетическое удовольствие от всего, что вы со мной делаете. Обратилась на днях Юлия к своей команде косметологов. Кстати, недавно певица рассказала о своем достижении. Она смогла сильно похудеть, теперь ее вес 45 килограммов при росте 157 сантиметров. В этом ей помогли правильное питание, теннис и массаж. Класс пост 625 723 подписчика.